На базе куркумы существует очень много противогрибковых рецептов с добавлением других ингредиентов. Это обусловлено тем, что куркумин обладает не только антигрибковыми свойствами, но и очень эффективно укрепляет ногтевую пластину, стимулируя быстрый рост здорового ногтя и убийство всех грибковых спор. Очень популярен рецепт на основе куркумы и кокосового масла в пропорции 3 к 4. Ингредиенты смешиваются, после чего смесь втирается в ноготь на полчаса, и через время остатки смываются теплой водой. Этот рецепт не токсичен и достаточно быстрый и эффективно избавляет от грибка. Но наиболее популярным и мощным средством является комбинация куркумы и лимона. Сочетание этих продуктов поможет быстро избавиться не только от грибка, но и от его косметических последствий. Такие дефекты, как расслоение ногтя, изменение его окраски или поражение кутикулы, очень быстро проходят благодаря восстанавливающим свойствам лимона. Если использовать это средство регулярно в течение 1-2 недель, можно отбелить ноготь и уменьшить его ломкость, а новый ноготь будет расти очень сильным и здоровым. Для изготовления этого средства нужно в сухой порошок куркумы добавить лимонный сок и размешать, пока не получится однородная паста. Такое средство каждый день втирают в пораженный ноготь утром и вечером и продолжают лечение, пока новый ноготь не вырастет полностью. Это лечение абсолютно безопасно для ногтя, укрепляет иммунитет и помогает быстро оправиться от последствий грибка.